Настоящий мастер-класс по боксу показывают шымкентские боксеры. На чемпионате мира в Киеве наши земляки оказали достойное сопротивление сборным России и Кубы. Мы оказались на третьем общекомандном месте. В копилке спортсменов республики 2 золотые, 1 серебряная и 5 бронзовых наград. Среди призеров, занявших третье место на мировом первенстве, наш земляк Бауыржан Темирхан. Ранним утром под сопровождение военного оркестра на железнодорожном вокзале Шымкента бронзового призера Бауыржана Темирхана встречает товарищи и руководство Федерации бокса Южно-Казахстанской области. В данный момент Южно-Казахстанская Федерация бокса вкладывает максимум усилий для развития бокса. И наши ребята показывают очень хорошие результаты. В соревнованиях принимало участие более 400 боксеров из 57 стран мира. В весовой категории 57 килограммов Бауыржан Темирхан встретился на ринге со спортсменами из Германии и Армении. В четвертьфинальном поединке Бауыржан оказался техничнее корейского спортсмена. А в полуфинале Темирхан проиграл американскому боксеру и удостоился бронзовой награды. Соперник из Америки хорошо подготовился к поединку. Он неоднократный чемпион мира. Я выложился на все 100 и занял то место, насколько я был подготовлен. Впереди еще один старт чемпионата мира по боксу, который пройдет в Алматы на стадионе Балуан Шолака. Старт намечен на 14 октября этого года. По предварительным данным, за титул чемпиона мира поборются более 600 боксеров из 118 стран мира.